Друзья, всем привет! Завтра, я планирую поехать на работу на машине на своей, и Игорь мне решил сделать подарок помыть машину. Ну, как бы, вот там птичкины, следы отмыть и все остальное. В общем, выехали мы на мойку. Короче, в Киеве, Мойка самообслуживания. да, мойка самообслуживания. Есть и обычная мойка, но туда надо заранее записываться. Моют они что-то часа два, наверное, да, Ну, долго, машину. да. Долго. И, ну, в общем, как бы, а мы же же типа шкиевляне, мы же же тоже время экономим. Ну, короче, смотрите, какая очередь на эту мойку. Ну, вот мы вот стоим, да, как бы, сколько там боксов, не видно? 8. 8 боксов, ну вот все как бы заняты. Вот мы пока вот стоим в очереди, ожидаем. Пока стояли в очереди, зашли в эпицентр, тут рядом, кстати, Ну купили. просто здесь я мыл на этой мойке уже машину, и у нас в Днепре есть швабры. Ну, подъехал, пена, понятно, швабры помыл. А здесь надо со своим приезжать. А здесь говорят, у нас нету швабр, типа мыть Воруют их воруют. постоянно. Воруют, типа, постоянно. И, короче, в прошлый раз Игорь помыл Розовая, твоя любимая. моей любимой розовой тряпочкой машину и колеса, и диски, за что был наказан, короче, жестко. Поэтому Стирал тряпку. стирал тряпку, отстирывал, представляете, мазут там, ну, вот эти, короче, все дела. А сейчас мы ему купили вот такую модную рукавычку. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, какая она вообще. И Игорь ее сейчас испытает. Можешь ее распечатать, Да, померить давай. хотя бы? Погнали. Сейчас мы тут еще и заработаем. Ну да, в принципе, как бы можно еще свои услуги кому-то предложить. Помойки, ну-ка. Видите? Наоборот. Вообще, а потом переодел на другую сторону и протер. Угу. Но это для мыла, а это микрофибра для этого самого. Наоборот. Короче, наоборот стоит 58 гривен, чтобы вы понимали. Мы хотели, ну я хотела шваброчку там какую-то, но решили, что как бы у нас не джип. У Да Игоря рост позволяет, допрыгнет. Да у нас и так полный багажник. Стулья, столы, Лена уже смеется, сервизы. Ну, да. Ну, в общем, короче, сейчас, как Игорёшек будет опробовать перчаточку, мы вам покажем, как это работает в деле. Да. Друзья, вот мы дождались нашей очереди, наконец-то заехали на моечку. Ну, вот как бы вот так вот мы здесь расположились. Ну, вот из моющих подручных средств какая-то вот шваброчка есть. И вон наша модная зеленая мочалка. Сейчас посмотрим, как тут Игорёша будет ее юзать. Удобно, неудобно. Вот такие прищепки для ковриков. Мы купили два жетона на 50 рублей. Ну, нам должно хватить. Вот сейчас он бросает. Холодная вода. А чеснок финный. Все, сказал отходить, потому что сейчас смоет меня. Хочу сказать, что ну народ такой. Одни быстро помыли, отъехали в сторону и там как бы занимаются, уже дотирают и все остальное. А некоторые, блин, никуда не торопятся. Начинают натирать свои машины, а там очередь километр, смотрите. Сейчас мой красавчик пенку пустит. Трошечка в спа-салоне.
Мотика не попала. Итак, в ход идет рукавичка. Наоборот. Ну, Игорь вот говорит, что удобно. Ну, а что неудобно? Волосяная такая штука. Вон, смотри, кто-то ей вот такую штуку оставил. Можно ею колеса помыть. Ну, в общем, вот так вот рукавичка в деле выглядит. Вот здесь вот есть, можно попылесосить, кому надо. Игорёшек, а может надо было пенкой коврики? Не надо? Угу. Ну, в общем, короче, не буду ему мешать, потому что сейчас я получу. Ну, в общем, рукавичка зачет. Да, удобно, очень. Очень удобно, да. Рекомендуем. Всем рекомендуем. Ну вот уже завершается мытье моей малышечки. Вон уже использованная варежка наша лежит. Сейчас домоем, дотирать не будем. Мойка моей машины занимает, ну, 2 жетона нам хватает. Это 50 гривен. Ну, вот так вот. Причем я хочу отметить, что на эту мойку самообслуживания приезжают и очень хорошие такие машины. Это не обязательно, что там люди как-то экономят или еще что-то. Ну, может кому-то в кайф. А нам так, нам быстро. Ну, вот. И такое. Это можно каждую неделю ее практически мыть.